На улице Адмирала Юмашева внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. В данный момент оба участника ДТП оценивают повреждения. Перекресток двух адмиралов, Юмашева и Кузнецова, это место славится своим обилием на дорожно-транспортные происшествия. Местные жители рассказывают, аварии здесь происходят чуть ли не каждый день. На этот раз перекресток не поделили Lexus и Toyota Corolla. Как рассказала хозяйка седана, она выезжала на перекресток со стороны улицы Адмирала Кузнецова. Зная, насколько сложен этот участок дороги, дама пыталась быть максимально внимательной, но, по всей видимости, недостаточно. Я вот сюда доехала, желтый свет загорелся. С этой стороны уже машины остановились. Ну, оттуда девушка на такой нормальной скорости ехала. Ну, вот получилось так. Понятно, все. Ну, все целы? Да, все целы. Девушка, находившаяся за рулем Лексуса, ехала по крайней левой полосе улицы Адмирала Юмашева к Нейбута. Удар седана пришелся в правый бок внедорожника, после чего машина застыла на проезжей части, осложняя проезд другим автовладельцам. Оценив повреждения своего автомобиля, находившаяся за рулем Лексуса девушка решила вызвать к месту происшествия сотрудников полиции. Кроме машин, в аварии никто не пострадал. Дамы отделались легким испугом.